Яндекс News. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас снова тема криминала, и мы продолжаем разговор с Михаилом Черноусовым. Это присяжный адвокат. Две недели назад мы уже начинали обсуждать эту тему, потому что тогда очень большой резонанс был в связи с убийством присяжного адвоката Павла Ребенка и расследование, которое происходило в этот момент. И тогда, кстати, это привлекло внимание наших высших властей. Комиссия Сейма по обороне внутренним делам вызвала на ковер руководителей криминальной полиции. И вот они побеседовали, так сказать, в таком режиме активного диалога о том, что происходит в криминальном мире, в криминальных расследованиях, что мешает полиции эффективно работать. И вот сегодня мы обсуждаем с Михаилом, в том числе и это заседание, и то, что на этом заседании обсуждалось между законодателями и исполнительной властью в лице криминальной полиции. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Михаил. Добрый день. Мы ждем ваших звонков по телефонам 672-12-93-9, 672-13-93-9 и рассказов о том, как вам приходилось, может быть, сталкиваться с какими-то такими уголовными криминальными ситуациями, как вы из них выходили, кто вам помогал при этом, насколько вы доверяете, может быть, нашей полиции и верите в то, что в случае, если в отношении вас или ваших близких произойдет какое-то уголовное деяние, оно будет раскрыто, преступник будет найден, своевременно наказан и так далее. Вот у нас уже есть звонок, давайте послушаем. Надевайте наушники, Михаил. Добрый день, говорите. День добрый, Сергей. Вы знаете, коротко, когда-то очень давно по Домской площади такая передача. С кем-то замминистра, наверное, внутренних дел был даже выступал. Ну, пару лет, год назад. Следующая была информация. Ну, он рассказывал о борьбе с наркоторговцами в целом. И пробивается на телефон, на радио бабулечка, видно такая, ну, совсем. И даю дословно. «Ой, сыночек, да ты приди ко мне, я тебе все расскажу». Где какие точки, кто продает на москачке, все расскажу. Вопрос следующий. Все знают, но борьбы не ведется. Вот как ваш комментарий. Спасибо. Угу. Спасибо большое. Ну вот как раз до эфира мы с Михаилом обсуждали эту тему взаимодействия с обществом. И эта тема как раз тоже на заседании этой комиссии Сейма поднималась. И начальник криминального управления госполиции Арманд Рукс прям бросил такой лозунг, что полиция и общество должны в едином порыве бороться с преступностью и так далее, и так далее. Вот что реально происходит сегодня в этом ключе, Михаил? Да, эта тема очень актуальная, очень большая. И сейчас ситуация в правоохранительных учреждениях, она, на мой взгляд, очень сильно запущена. Были времена, и не такие давние, это было еще не в тот период, не в советский период, а в недавнем прошлом, когда были тенденции налаживать взаимодействие полиции и населения. То есть, если бабуля звонит министру, то в том министр числе, реагирует. В том числе. И проводились исследования, мы тоже участвовали, наша общественная организация участвовала в этих исследованиях по всему миру, на всех континентах, где так и называлось «За открытость полиции». И тогда, это исследование называлось? Это было исследование, потом обсуждали результаты исследования. Мы в Латвии проводили, а встречались потом с участниками
в Гааге, где обсуждали результаты этого исследования, были даны рекомендации, как полиции надо взаимодействовать. Существуют определенные программы, как взаимодействовать. С одной стороны, а взаимодействие должно быть двухстороннее. Общество, полиция. И вот когда полиция пресс-релизы выпускает и думает, что она взаимодействует. Нет, она общество информирует. Это вообще это отсутствие. Сегодня отсутствие взаимодействия. Мы видим, вот приходится сталкиваться, к сожалению, что взаимодействия как такового нет. Когда человека вызывают на допрос, то это не взаимодействие. Когда дают какую-то информацию для прессы, это взаимодействие с прессой. Ну и, видимо, СМИ тоже не все вопросы могут задавать и освещать. Много закрытых тем. Ой, вот вы так что, вот. У нас же тут министр юстиции недавно выступил с предложением этих журналистов, которые занимаются расследованиями, всех поставить на учет кому-то выдавать лицензию на расследование, а кому-то нет. Вот так вот во всем происходит. И вот по поводу этого звонка. Да, действительно, к сожалению, даже бывает, когда люди заявляют о преступлении, которое в отношении него совершено, меры никакие не принимаются. Вот на примерах могу сказать, вот такой случай, моя клиентка обращалась в полицию 8 раз по поводу вымогательства, тяжкое преступление, вымогательство в группе, в крупном размере. Так вот, полиция 8 раз выносила отказной материал. Потом, наконец, когда уже вмешались адвокаты, удалось добиться, чтобы был начат процесс. Сначала он был начат процесс по хулиганке, не по вымогательству. Потом все-таки он тянулся. Ну, то есть в процессе вымогательства на нее нападали? В процессе вымогательства было издевательство, оно было длящееся. Длительное время тянулось. И вот это расценили как хулиганство, и по этой статье расследование. Продолжалось потом, да, было насилие. Продолжалось длительное время, в том числе в процессе следствия, когда уже был начат уголовный процесс. В итоге все-таки удалось добиться переквалификации на вымогательство. Дело дошло до суда, потом дошло до кассационной инстанции. Мы в итоге выиграли дело. Доказали и затребовали материалы из полиции, 8 отказных материалов, когда мы посмотрели в уголовном процессе, то есть, когда там вообще ничего не было сделано. То есть процесс, когда заканчивается, вот человек, фигурант этого процесса, может ознакомиться с делом. Да, когда дело передается в суд, участники процесса могут ознакомиться, обвиняемый, потерпевший могут ознакомиться. Ну и адвокат, соответственно, тоже. До этого никакая информация не дается. Вот мы на прошлой встрече здесь у вас в студии говорили о деле журналиста Мейдена. Год тянется расследование. Я пытался получить какую-то информацию. И вот в промежуток после нашей встречи здесь в студии я наконец-то получил ответ, очень формальный ответ, что да, начат уголовный процесс, проводится следствие. Все, больше никакой информации. Я напомню, что человек кое-как остался жив. То есть ему нанесли такие тяжкие телесные повреждения. Да, он стал инвалидом первой группы. Он наполовину парализован. Журналист фактически выполнял свои обязанности журналистские на общественном мероприятии. Есть люди, которые имеют какую-то информацию, конкретную информацию. Но даже для того, чтобы... И у нас есть информация. Вот у нашей стороны... У стороны потерпевшей есть информация, кто совершил это преступление. Так вот, даже эту информацию невозможно предоставить, потому что следствие полностью закрыто. А для того, чтобы... Мы должны же знать, кто там допрошен, кто не допрошен. Мы должны взаимодействовать. Так вот, этого реального взаимодействия по конкретным делам, к сожалению, нет. И вот это одна из больших проблем системы. Как можно раскрывать преступление... Если нет взаимодействия. Если информация закрывается. Да, вот вы давайте нам что-то, а что, куда, к сожалению, вот так происходит. Очень часто. Но все-таки взаимодействие с общественностью немножко это другое. Да? Это нету у человека, который готов предоставить какую-то информацию полиции, никакого статуса, ни потерпевшего. Ну, может быть, ему могут статус свидетеля предоставить в процессе каком-то, но... Вот эта бабушка с маскачки, да, она просто, сидит на своем крылечке и смотрит. Да, раньше такие как бы источники информации очень активно использовались. Сейчас на них просто не обращают внимания. Может быть, потому что это невыгодно?
А выгодно или невыгодно это кому? Невыгодно этому оперативному работнику, следователю? Ну, сегодня... этим людям, которые торгуют наркотиками, они оплачивают, им, соответственно, людей, им, которые могут да, им, конечно, это невыгодно. И коррумпированным чиновникам, полицейским это, естественно, невыгодно. Но люди, которые видят, наблюдают за совершенными преступлениями, они готовы делиться информацией. И вот эту информацию никто, собственно, никак не использует. Вот это проблема. О чем, о каком раскрытии преступлений, в том числе тяжких преступлений, можно говорить, если даже потерпевшие, которые предоставляют полную информацию, дают полную раскладку, она никак не используется. И как дальше, что дальше происходит, потерпевшие фактически, не говоря уже о свидетелях, которые проходят по статусу свидетеля, потерпевший, который пострадал от тяжкого преступления, он до передачи дела в суд фактически не может ознакомиться с делом. Он, да, он в неведении, что там делается, не делается, он не знает. Вот какое взаимодействие? Его просто нет. Хорошо, ну вот вы провели это исследование, которое в Гааге обсуждали, да, и какие рекомендации были высказаны? То есть я понимаю, что там такого формата взаимодействия, который существовал, допустим, в советское время, когда были добровольные народные дружины, ну, какое-то патрулирование, участковые инспектора, которые там бдили свой район, все знали, кто там, куда приехал, уехал и так далее. Ну, особенно, конечно, люди, там, допустим, имевшие уголовное прошлое и так далее. Вот, вот как, так сказать, в демократических институтах прописывается это взаимодействие с обществом? Это... Вот когда эта тенденция на налаживание взаимодействия, на открытость полиции была, много было рекомендаций, программ, существовали программы, в том числе создавались общественные советы, координационные советы. При органах полиции? Они как бы были самостоятельно, но они налаживали, обсуждались какие-то вопросы, предлагались программы, как, что нужно делать. И вот такие программы взаимодействия с общественностью, они существуют во многих странах, в том числе в США, там это как бы очень наглядно все показано. У нас такое... как бы начали делать, и потом все это приостановили. Почему? И сейчас, а это надо спросить у руководства, почему такой процесс, почему полиция стала закрыта от общества, что они делают, не видно, не реагируют должным образом. Но один из факторов, на мой взгляд, это все-таки слишком активное политическое влияние на полицейские структуры. Из первых уст я знаю, что когда чьи-то интересы затрагиваются, то сразу начинается какое-то шевеление в верхах. У нас все-таки государство не очень большое, много контактов, родственников, много бюрократии, много чиновников, много различных партий, которые находятся в том числе у власти. Если кого-то, родственника, знакомого, однокурсника где-то зацепят, то сразу к полицейскому... добросовестному полицейскому, я подчеркиваю, к нему приходят и говорят, вот этого не надо трогать, вот этого не надо трогать. А кто приходит-то? Начальство его? Ну, на начальство влияет кто-то, и, как говорится, вот это происходит. Это неофициально. То есть, тайна следствия существует избирательно? Для кого-то она существует, для кого-то оно, скажем так, все хорошо, для кого-то делают так, вот, как нужно. Вот. Mm. То есть влияние политическое на принятие решений, в том числе по криминальным делам, оно ощущается, это снизу видно. Сверху, конечно, все будут отрицать. Все у нас прозрачно, все у нас замечательно, статистика у нас хорошая, хотя сейчас уже начинает проявляться и отрицательная статистика, в том числе по тяжким преступлениям. Но статистика – это такое дело, ее всегда можно преподнести так, как нужно показать для каких-то целей. Ну, смотрите, вот на этом заседании с комиссией Сейма начальник криминального управления госполиции Арман Зурук сказал, что у нас, в принципе, очень неплохо раскрываются убийства. Угу. Более 80% он назвал такую цифру. Но при этом он сказал, что из 54 убийств, совершенных с начала этого года, только одно квалифицируется полицией как заказное, два как какие-то... Бытовые? Нет.
51 бытовое, остальные два непонятных, с чем-то, вот, с одно разбоем. Типа, да, 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 с разбоем именно. Да. То есть, ну, при бытовых убийствах, как правило, все понятно. Там, да? Все понятно. В условиях очевидности, кто кого убил и при каких обстоятельствах. То есть, если при такой статистике, которую он обнародовал, 80% раскрыто, то у меня возникает вопрос, что даже вот те бытовые преступления, которые совершены в условиях очевидности, являются каким-то образом еще не раскрытыми, у него должен быть процент 95, а не 80. По бытовым, да. Но, к сожалению, у нас многие очевидные преступления, даже когда есть все доказательства, есть виновное лицо, есть свидетельская база, они тянутся годами. И таких примеров много, в том числе по тяжким преступлениям, тянутся буквально годами. А если мы говорим об убийствах, если человек пропал, скажем, без вести. Он не считается убитым. Да, это без вести пропал. Он, кстати, он тоже Рукс об этом сказал. Что те, кто пропали без вести, ну вот по ним мы не понимаем, мы не знаем там и так далее. Ну и а сколько их там пропало? Ну, вот... А вот, кстати, в вашей практике был такой случай, когда человек числился пропавшим без вести, а вы в результате расследования детективного установили все-таки, что да, он была погиб. Такая ситуация, когда друзья обращались в полицию о пропавшем человеке, о пропавшем друге. Молодой человек, 34 года, бизнесмен. Родственников у него не было. Отец ходил в море и давно жил в другой семье. И вот парень вдруг раз, все, на пике как бы успешного бизнеса, вдруг раз и пропадает. Три раза друзья обращались в полицию, но они не родственники. Их просто-напросто да, официально обращались, отказывали в начале уголовного процесса, как по без вести пропавшему, и потом они уже обратились к нам. Мы провели расследование, отработали разные версии и установили, кто может быть причастен к убийству, конкретному убийству. Мы эту информацию передали в полицию. То есть в ходе вашего расследования вы пришли да, к выводу, что, скорее всего, было частное детективное расследование, да. Было ясно, что человек пропал не просто так. Мы установили, что он не сидит нигде в тюрьме, не задержан, не арестован. Не живет в лесу. Не пострадал от несчастного случая. Не там, сидит в пещере в Гималаях. Да, не уехал там куда-то отдыхать. Вот, не сбежал от долгов. Все это отработали, ничего не подходило. И мы установили, кто мог совершить это преступление. Путем вот беседы с людьми, с которыми просто никто толком не говорил. Вот, и тогда мы передаем эту информацию в полицию, и происходит такое совмещение событий. Мы информацию передаем, и через какое-то время весной находят расчлененный труп в Рижском регионе. И тогда уже завертелась машина, и тогда были найдены, действительно, потом подтвердилось, я говорил с прокурором, которая передавала это дело в суд, она говорит, да, вот первый раз детективы, вот я вижу конкретное дело, где детективы помогли реально раскрыть убийство. И да, вот тогда версия подтвердилась, вот если бы человека... Скажем, не, да, мы настояли на том, чтобы был начат уголовный процесс, потому что мы сказали, что человек явно убит. Вот, и только после этого как бы был хотя бы начат уголовный процесс. А если бы не нашли тело, тогда а вот, процесса дело бы в том, не что, было? Если бы не было дела вообще по без вести пропавшему, чего не было до вмешательства частных детективов, адвокатской помощи, вот, тогда бы просто неопознанные останки никто не искал. И даже уже потом, когда дело было раскрыто, нам, мне лично приходилось участвовать, чтобы останки захоронили в семейной могиле. Даже этого не было сделано, его хотели, останки тела хотели захоронить как без вести пропавшего. Вот и все. Такие тоже, к сожалению, случаи есть. Ой, прям ужас какой-то. Да? Телефоны в студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. Мы работаем в прямом эфире. Звоните в студию, делитесь вашими впечатлениями о работе полиции. Но вот вы говорите о том, что Латвия маленькая страна, наследствие иногда влияют какие-то политические процессы.
Но, к сожалению, мы видим, что даже вот в резонансных делах о том, таких как, например, убийство Бункуса или убийство этого несчастного адвоката Рябинока, все-таки политического ресурса не хватает для того, чтобы оперативно расследовать и раскрыть дело. То есть они остаются не раскрытыми. Ну, не знаю, как будет по адвокату, но вот по Бункусу, по крайней мере, никаких пока результатов нет. Вот. То есть получается, что в каких-то случаях политическое влияние препятствует раскрытию дел, следствие искусственно сдерживают. Он говорит, не делайте ничего. А в каких-то случаях, когда хочется, но уже не можется, так получается? Получается так. Во-первых, надо понимать, что не все неочевидные преступления раскрываются. Действительно, бывают такие квалифицированные, замаскированные, которые либо не раскрываются вообще никогда, либо не раскрываются очень долго. Бывает даже, что удается собрать какие-то доказательства, но их недостаточно для того, чтобы привлечь к ответственности. Это да, такое бывает. Но то, что касается политического влияния, иногда, во-первых, у нас все-таки не одна единственная партия, которая всем управляет. У нас коалиция, она двигается в одну сторону, но там она состоит из многих политических сил, у каждой из которых есть интересы. Вот эти интересы даже внутри коалиции иногда перекрещиваются, иногда, скажем так, они противоречат друг другу. Поэтому кто, чье влияние окажется сильнее, это уже вопрос, другой. Вот. Но не только от политического влияния, конечно, зависит раскрытие преступления. Воля на раскрытие должна быть, и она должна быть не только по резонансным делам, вообще. А раскрытие должно вестись по всем. Тогда не будет, к сожалению, получается так, что преступники, находясь на свободе, чувствуя безнаказанность, они же могут совершать и другие преступления. Угу. Я могу рассказать еще один случай про убийство, когда явно было видно, что человек, который был известен, он совершил потом и другое преступление. Давайте послушаем, у нас есть звонок. Алло, говорите. Добрый день. Здрасте. Доказательством влияния политических сил на следствие вообще является дело Микельсонса. Все уже про него забыли, тем не менее. Это глава Латвэнерго, вы имеете в виду? Ну да, увлечен во взятке. Дело это, я не знаю, уже, наверное, лет 6-7. И уже он прекрасно себя чувствует. Я его там в городе не так давно видел, наверное, в ресторане. Где-то еще до пандемии. Вот. И я так понимаю, что это дело замылят. И там за давностью просто его закроют. Хотя все доказательства были собраны. А вы уверены, вы откуда знаете, что были собраны доказательства? По прессе вы это знаете? Или у вас какие-то есть внутренние источники? Писали, что та сторона, которая давала взятки, они сами признали это и обращались в полицию. Там же иностранцы, по-моему, французы ему давали взятки. Я бы не очень верила прессе, если честно, и каким-то публикациям о неких французах и так далее, потому что уж кого, допустим, Маганиса изваляли в перьях и пустили, как говорится, гулять по миру, да, с клеймом взяточника, а в суде-то оказывается, что все было совершенно не так. Хорошо. Но суда над Микельсонсом так до сих пор и не было. Это, конечно, огромная проблема, потому что действительно эти дела тянутся там десятилетиями, там этого Лемберга таскают по судам, и почему-то, когда против Лемберга там американцы объявляют санкции, наш политикум ликует, говорит, наконец-то его прижучат. Вот интересная система, да, приедет барин нас рассудит. Спасибо вам за ваш звонок. И действительно,
в какой-то момент системные проблемы в этой сфере, они начинают уже проявляться в ее недееспособности фактически, да? Ну, полная недееспособность, я надеюсь, все-таки еще не достигнута. И, надеюсь, все-таки до этого не дойдет. Все-таки есть разумные силы, которые должны переломить ситуацию. Ну вот вы говорили, вы надеялись на нового министра, что он, как бывший, ну, Адвокат, да, знает недостатки системы и сможет что-то изменить. Да, и на нового министра, и на новое руководство полицейских структур, которые занимаются расследованием, и на нового генерального прокурора. Надежды, они есть, они остаются, но когда они будут реализовываться, мы не знаем. Давайте еще послушаем звонок. Добрый день, говорите. Добрый день. Вы знаете, я хотела, как говорят, начать с земли. У меня есть две женщины, пожилые очень, старенькие. У них сыновья, пьяницы и хулиганы. Вот вызывают они полицию. Он дерется там дома, вызывает полицию. Иногда полиция приезжает, иногда нет. И они говорят ей, ну хорошо, куда мы его заберем? В отрезвителя нет. Держать мы его, ну до утра хорошо подержим. Иногда они, как говорится, морду ему начистят. Он приходит домой, он опять начинает дебоширить, буянить. Тут уже, начиная снизу, какой-то беспредел идет. И, не знаю, мне жалко вообще-то иногда полицейских. Потому что они не знают, что с такими делать. Угу. А один убил он жену, вызывали 100 раз. Соседи, полицию, все. А когда он даже дело не завели, потому что у нее родственников нет, он тоже одиночка. Вот такие дела. Спасибо. Прекрасно, прекрасно, да. Нету потерпевшего, никто не обратился. Убийство просто спустили на тормозах. Здорово. Так и есть. Да, хорошо, еще есть звонок. Добрый день, говорите. Здравствуйте. Вот жаловался на вирс-прокурора, да, генеральному прокурору. Ответил тот же вирс-прокурор, да, на жалобу. Вот это как? Это нормально вообще? Как это может быть? Человек, на кого жалуешься, тот и отвечает. Ну, нормально, это давно известно жильцам от начальника ЖЭКа из ООН. Туда же в ЖЭК. Угу. И еще я скажу, вот, например, сосед, да, устраивает почти каждую ночь дебоши, да, у него там притон, алкоголики всякие, там вонь, грязь, там, ну, шум, я говорю, спать не даст. 5 лет. Прокурор пишет, это все нормально. Угу. Это не уголовщина, это не хулиганство. А потом, если, понимаете, если не работает судебная система и правоохранительная, то тогда будет суд Линча. Понимаете, тогда граждане сами возьмутся тогда, да, понимаете? Да. На что я намекаю? Ну, вот так. Спасибо. Спасибо, да. Ну что, доживем до суда Линча? Ну, вот, к сожалению, те призывы, которые вот в том числе на совещании в Сейме были высказаны о том, что надо создавать крепость. Дом, жилье – это должно быть крепостью. Угу. Это вот в какой-то степени в том числе и к тому, что разбирайтесь сами со всеми рисками, которые вокруг существуют. То есть призыв к гражданам самим заботиться о своем имуществе. Да, да, спасение, это да, надо спасение читать так, как спасение да, дело рук самого утопающего. Да, конечно, до этого нельзя доходить, до того, чтобы разбираться с обидчиками, разбираться с теми, кто не выполняет закон. Но, к сожалению, да, вот снизу это глаз вопиющий в пустыне, такие случаи нередки. Вот, и куда мы идем, куда мы придем с такой динамикой, с таким отношением, вот это да, это большой вопрос. А что конкретно вот делать вот в случаях действительно дебоширов таких в доме, в подъезде? Ну, как бы существуют меры правового воздействия на таких людей? Они существуют, но многие рычаги, многие моменты, которые были еще в том государстве, они, скажем, утратили свои функции. Сейчас, к сожалению, вот два таких момента, которые противоборствуют. Защита прав человека и то, что реально происходит, реальная жизнь. Иногда нарушители чувствуют себя безнаказанными. И не только со стороны
закона. Но и получается, и, со стороны, и в большом, и в малом. Да, и получается так, что даже если какой-то полицейский и хотел бы помочь, но он не может, потому что его, у него огромное количество надзирающих структур, и он лучше ничего не будет делать, не принимать никаких мер по отношению к обидчику, к виновному, нежели что-то сделает так, что на него потом напишут жалобу, его же в чем-то обвинят, снимут, и он получит как бы... порицание служебное. Да, да. Угу. Вот поэтому и некоторые добросовестные полицейские не могут сделать то, чего и хотели бы. Ну вот. Вот в рамках такой ситуации бытового насилия возможно уголовное преследование, ну, человека? Возможно. Или этой маме, которую бьет сын, ну, нет, в принципе, возможно, само же хуже будет? Возможно, штрафные санкции, возможно, наказание административное, в зависимости от того, что совершено. Возможно, уголовное преследование, возможно, ограничения процессуальные. Механизмы процессуальные у нас достаточно развиты. Много ну, форм. То есть его можно под надзор полиции? Можно и под надзор полиции, и наказать, оштрафовать. А если у него денег нет, то он пьяница, дебошир, естественно, неоткуда. Но вот чтобы не доводить таких людей до такого состояния, чтобы он не совершил потом преступление более тяжкое, это должна быть система мер профилактики. Угу. Вот о профилактике сейчас иногда начинают опять говорить, но о ней фактически забыто. Раньше система профилактики была развита. Но вот через участковых инспекторов она осуществлялась? В том числе и участковые инспектора, которые работали. Сейчас есть инспектора, которые завалены бумагами, им не до того. Они не знают территорию, они не знают возможности, они не знают население. Население не знает. Только институт участковых сохранился в Латвии или он существует в каком-то другом измерении? Это уже как бы другие качества. Угу. И сейчас вот инспектор, дознаватель, а вот такого как бы целенаправленной работы конкретных служб, которые занимаются профилактированием преступлений, к сожалению, нет. Почему нет? Это надо спрашивать у полиции. Опять полиция вопрос к полиции. Постоянно, да, меняет. Давайте еще послушаем звонок. Добрый работы. День. Говорите. Добрый день. Не кажется ли вам, что вы либо лукавите, либо недопонимаете первопричину всего того, о чем вы говорите? Вот люди звонят, там убийство, там, значит, беззаконие по поводу квартир. То есть деление государства, нашего тем более, на сорта, на, значит, есть элита. То есть попробуйте там похулиганьте, попробуйте там не расследуйте, да, или что-то там не приедьте, не сделайте. И есть все остальное, значит, для которого можно, значит, все допуски, все что угодно можно делать, не расследовать, вот убийство, человек привел пример. То есть, значит, вот эти все, значит, коммунальные все эти дрязги. То есть, значит, был один такой случай, мне врезался, и это еще было давно, когда так не усугубилось, когда... Какой-то человек вызывал, значит, кто-то к нему там лез, что-то там в окно. Никто не реагировал. Потом он через руководство сообщил, приехало несколько экипажей. По-моему, 3 или 5. Ух ты. Вот наглядный пример, когда mm-hmm. для этих. Все, здесь и банки, которые счета не выдают, могут не выдать там какой-то счет, заблокировать. То есть элита. Это везде, это повсеместно, во всем мире. Но Латвия здесь утверждает, это особо выдающееся государство. И это первопричина всего того, о чем вы говорите. А вы либо, в самом деле, повторюсь, либо лукавите, либо я не верю, что вы этого недопонимаете. Все хорошего. Угу, спасибо. Ну, во-первых, мы не лукавим. И мы прекрасно понимаем не на единичном случае, а знаем систему. Вот. Во-вторых, и преступления против элиты тоже не всегда раскрываются, как мы это видим. Угу. Вот. Поэтому речь и не в этом. Да, есть как бы определенный контингент, который защищен, более сильно защищен возможностью реагирования на что-то, да, но тем не менее. Вот вся система, которая работает направлена на то, чтобы предупреждать, раскрывать преступления, профилактировать, доводить их до суда, и потом судебная система, вот в этом проблема, что не только страдает элита, но страдает, точнее, элита меньше всего страдает, но страдает население. Это один из факторов. Ну, как раз я бы с вами не согласилась, потому что, ну, вот тот же несчастный этот Павел Рябинок,
он же как раз представитель элиты, вот он был советником министра экономики, да, он как врачавшийся в таких высоких кругах. Жертвой, да? То есть получается, что как раз его там имущественный статус, ну как по сегодняшней официальной версии, был причиной того, что на него было совершено это покушение, превратившееся в итоге в убийство. Совершенно верно. То есть... Как раз получается, что сама элита, ну, разваливая систему правоохранения, ставит себя под удар. В итоге, да, в итоге в том числе будут страдать и они. Когда-то произойдет либо социальный взрыв, либо пойдет перекос, и вот выйдут из-под контроля те силы, которые вот что-то творят. Да нет, ну не надо никакого социального взрыва. Тут, ну понимаете, одно за другим. То есть, разумеется, людей состоятельных держат на мушке, на прицеле как раз преступники, которые совершенно имеют корысть. Верно. Да, вот тот же взять... Если у тебя нечего брать, кто к тебе полезет? Жертву Павла Рябинока, как жертву, заказ – это одно. Но есть же исполнители, которые получают этот заказ. Сегодня они выполнили этот заказ. Завтра, как бы оставаясь неизобличенными в тяжком преступлении, они выполнят другой заказ и так далее. Вот получается взаимосвязанная система. Несвоевременное раскрытие преступлений, в том числе очевидных, а оно приводит к тому, что вот эти преступники и другие, по их примеру, они продолжают совершать другие преступления, в том числе более тяжкие. Ну, мы вот, кстати, с вами сказали о том, что дела расследуются неважно, значит, контакта с обществом нет и так далее. Есть ряд моментов, по которым следовало бы совершенствовать законодательство. Но вот придя в полицию на вопрос одного из депутатов, а что нужно вам для того, чтобы эффективнее работать, начальник криминального управления Арман Срук сказал, что вот надо бы закон об оперативной деятельности подправить, потому что на самом деле он предписывает, его 22-я статья, вести оперативную разработку только против конкретной персоны с именем, фамилией, персональным кодом. И если есть основания предполагать, что она совершила конкретное преступление. Но я тут опускаю случаи слежки за нашими, опять-таки, представителями элиты, которых потом обвиняют в коррупции и так далее, ну, опять-таки, в политических процессах каких-то. Но, значит, ну, условно, какой-то мазурик там совершил проникновение на объект, попал в объективы видеокамер, и, значит, получается, что полиция не может вести против него оперативное дело, потому что имя его, персональный код неизвестны. Это реально вот главная причина того, чтобы нет, полиции это, конечно, это не удавалось не главная раскрывать преступления? Рычагов процессуальных, оперативно-розыскных достаточно много для того, чтобы выполнять качественную работу. Угу. И более того, и в законе об оперативной деятельности, и в уголовно-процессуальном законе есть меры, которые очень похожи между собой, они переплетаются. Угу. Многие, то есть не обязательно по одному закону делать, да, а можно многие, по-другому. Скажем так, меры, которые фактически носят оперативный характер, они могут осуществляться только с разрешениями, с разрешения санкции судьи. Вот. Но оперативные мероприятия могут проводиться и без этого, без санкции. Но в законодательном плане особых проблем нет. Не эта проблема в том, что такая ситуация сложилась. Проблема в другом, проблема в отношении сверху, в политическом мнении. Это фактически планомерное разваливание системы, замена кадров. Вот, например, недавно сталкиваюсь с оперативником из центрального аппарата, который... Опять-таки, госязык. Не госязык у нас должен быть на первом месте, а профессионализм. А человек, работая на оперативном работе в стране, где 80% говорят на иностранном языке, на русском, да, он вообще не говорит, не владеет
русским языком, либо сознательно не хочет общаться. Как он может общаться с населением, со многими людьми получать информацию? Вот, допустим, в тех же Соединенных Штатах Америки там очень большое внимание уделяют, разумеется, профессионализму и в том числе национальному составу полицейских структур, угу. Чтобы люди находили обязательно контакты. Должны быть. Да. Да, есть разные, там, разные национальности из Азии, из Африки, которые работают в системе, чтобы находить контакт с диаспорой, с населением. У нас почему-то идет все в одну сторону. Ну и в случае чего, если люди разговаривают с собой, между собой на другом языке, чтобы понять, о чем они говорят. Даже бывает так, что приходится участвовать в процессуальных действиях, как адвокату, и переводчики, у них уже тоже язык замыливается, даже русскоязычные переводчики, они не всегда правильно переводят. А в некоторых случаях нюансы вот, перевода, они тоже имеют значение. И получается, что вот в этой системе влияние языковых вот, норм, они тоже оказывают определенную негатив. Да. Угу. Приходилось вот участвовать в одном процессе, где все участники процесса, а потерпевшая и виновная были вообще русскоязычные, они на государственном языке, они не понимали. Естественно, прокурор, судья и другие участники процесса, они прекрасно понимали русский язык, но вынуждены были вести процесс на государственном языке, причем не с очень качественным переводом. Угу. Некоторые нюансы, они как бы, да, они давали упускали. О себе знать. Но угу. это парадокс. Угу. У нас есть еще звонок. Добрый день, говорите, слушаем вас. Вот по поводу языка. Мало кто знает, что в Америке нет государственного языка. Спросили как-то наши боевые товарищи. Там, наверное, английский нет, говорит, у нас свободный американский народ сам выбирает, на каком языке говорить. Понятно. То есть в Америке нет государственного языка, а здесь бегают как ошалелые. Ну, вообще, с языком, конечно, и вот с этими диаспорами, это очень большой такой фактор риска, потому что я знаю, что один мой коллега из Узбекистана буквально по полгода, последние годы, сидел в Стокгольме, после того, как у них вот начались эти террористические вылазки, связанные с узбекской диаспорой в Швеции, а они не в состоянии просто ни контролировать, ни, так сказать, расследовать эти дела, потому что люди говорят между собой по-узбекски, их никто не понимает. Ну, даже прослушку ты устанавливаешь, ты ничего не можешь из этой прослушки для себя выудить. Поэтому они вынуждены были, так сказать, ангажировать вот людей со знанием узбекского, там, я не знаю, английского языка для того, чтобы они каким-то образом помогли им вот в этом деле. То есть вот этот террористический фактор, он заставил... правоохранительные органы Швеции вот, предпринимать такие меры. Не дай бог, чтобы у нас дошло до такого, что люди, которые работают в полиции, фактически не в состоянии оценить какие-то риски, потому что они просто не понимают языка. Знаете, я во Флориде как-то встречался и довольно долгое время общался с одним кубинцем, который 12 лет проживал уже в Америке, беженец из Кубы. Угу. И он работал в иммиграционной службе, офицер иммиграционной службы в Майами. А его английский был крайне плохой. В основном испанский, но мы объяснялись на английском. Я говорю, а как вот вы как бы на испанском? Он говорит, а тут проблем нет во Флориде. Тут много очень диаспоры. Ну, да, я работаю офицер. Офицер иммиграционной службы. Причем беженец, да. Да, а допустим, взять Новый Орлеан, там французский язык очень в ходу, много франкоговорящих, ну и так далее. Ну да, у нас вот эти перегибы, к сожалению, ну государственный язык, он существует, да, его все должны знать. Но, к сожалению, с этим не считается. А вот да, вот на мой взгляд, все-таки полицейские, ну и прокуроры, они должны все-таки владеть. Такие, к сожалению, еще попадаются, которые вообще не могут
на иностранном языке, на русском говорить. Ну, это в принципе, проблема. Вообще, наверное, преступность становится международной, и это тоже одна из проблем, которая, конечно, еще у нас впереди. Мы еще не можем, может быть, разрулить то, что у нас накопилось, да, нерешенного. Вот. А в частности, вот по этому делу Рябинока тоже говорят, что это, возможно, были какие-то залетные, возможно, из Литвы или еще откуда-то люди, которые приехали, совершили преступление и исчезли. И для того, чтобы их уже вычислить, это нужна, так сказать, сложная система взаимодействия и очень слаженная система взаимодействия, чтобы этих людей идентифицировать, обнаружить там и в итоге наказать. Вот я могу сказать, что незадолго до этого тяжкого, ужасного преступления, убийства, один клиент обратился, буквально за 3 недели до этого один клиент обратился, у него была совершена крупная кража. Из дома преступник проник, совершил крупную кражу, потом ушел, и получилась такая ситуация, что есть информация, и мы подключили частных детективов, дело было зафиксировано в полиции, провели и установили возможных виновников этого тяжкого крупного преступления с проникновением в дом. Так вот, я 10 дней не мог найти уголовный процесс, у кого он находится. Угу. Ну, ясно, так это вот одно из... Отфугували, да, перекладывали футбол, к одному другому. Отписки, вот, да, футбол, мы об этом, да, уже говорили. Футбол. И сегодня, завершая нашу передачу, хотелось бы пожелать нашим законодателям, чтобы они, может быть, более предметно смотрели на тему правоохранительных органов и требовали от них исполнения существующих законов, а не, так сказать, переписывания под какие-то очередные оперативные задачи. Давайте не будем действовать по принципу там цыган, который говорит: цыганка, цыганка, давай или этих детей отмоем, или других народим. Все-таки надо отмывать своих детей, чтобы чистенькие были, хорошенькие и действовали, так сказать, по закону. Сегодня в программе «Подоплека» был присяжный адвокат Михаил Черноусов. Спасибо большое. Звукорежиссер студии Евгений Копейн. Программу провела Людмила Прибыльская. Всего доброго.